Легковые автомобили по долгожданному мосту на Новом рынке смогут прокатиться уже 30 ноября во второй половине дня. А что касается общественного транспорта, то по проспекту Ленина автобусы и троллейбусы начнут курсировать чуть позже. Общественный транспорт в целях все-таки удобства жителей и исполнения графика движения у нас будет организовано с 1 декабря. Соответственно, у нас трамваи маршрутные, в том числе и которые идут у нас на Восточный, с 1 декабря пройдут. Троллейбусы до речного вокзала и до автовокзала пойдут. И автобусы у нас по проспекту Ленина уже пойдут с 1 декабря без заезда на проспект Калинина и улицу Аносова. С начала следующего месяца прекратит свою работу 99-й автобусный маршрут, который на время реконструкции трамвайного кольца обеспечивал доступ пассажиров к торговому центру «Пионер». С 1 декабря перестанет действовать и электронный пересадочный тариф, так как движение по мосту на проспекте Ленина возобновится. Пассажиры, которые пользовались данным тарифом и у которых будут денежные средства, могут записаться в центр «Транс», соответственно, и перезаписать электронный проездной билет, другой тарифный план с сохранением денежных средств. А что касается выделенных полос, то они сохранятся, правда, не везде. Выделенные полосы у нас останутся на проспекте Ленина, это на участке у нас до площади Октября, и на проспекте Строителей, на участке от проспекта Красноармейского до Павловского тракта. Выделенные полосы по проспекту Калинина и улице Аносова у нас будут ликвидированы. Напомним, мост на Новом рынке, который реконструировали полтора года, торжественно откроют уже в этот четверг, 30 ноября, во второй половине дня. Валентина Аскерова, «День с толком».